Всем привет! Позавчера стало известно, что очередная пирамида Раф прекратила свое существование. Еще в этот день писали в их канале, что, пожалуйста, подключайтесь на прямой эфир в 20:00 сегодня вечером, мы расскажем о новостях там и успехах компаний. Я такой думаю, ну, с одной стороны, неужели все? Потому что уже давно к этому шло, что компания прекратит свое существование. Но они тут говорят об успехах, расскажем. Но, как оказалось, первая моя мысль была верной. Создатель компании Евгений Иванов заявил, что в компании больше нет денег и теперь нам больше не будут платить. Он там расписывал, что какие у него были ошибки. Допустим, он говорит, что он не предусмотрел, что с такой заявленной доходностью нужно делать больше коротких денег, а он вообще привык играть в долгую. Ну, чувак, ты обещал людям 15% ежемесячно выплачивать. Это гигантские деньги. Я напомню всем, кто не знает, что в реальном инвестировании, если вам предлагают 30% или больше процентов годовых, это уже, скорее всего, хайп и пирамида, потому что не может в большинстве случаев быть такой обещанной доходности. Да, по факту вы и на акциях можете и 300% за год сделать, но никто вам не будет гарантировать этой прибыли, потому что вместо нее может быть и убыток там в 50% легко. Иванов сказал, что на следующий день в наших личных кабинетах появится график выплат, что нам выплатят все оставшиеся деньги с 5% прибылью в течение 5 лет. И если зайти сейчас на сайт, вы просто увидите там расчет всех ваших внесений денег и всех ваших выводов. И в итоге, сколько денег вам недоплатили до выхода в безубыток просто, да, не то, что там прибыль получить, а просто, чтобы вернуть свои деньги. Да, кто-то успел вернуть свои деньги, те, кто приглашал людей, или, может быть, зашел прямо в первые дни, но таких, наверное, просто по пальцам можно пересчитать. В итоге подавляющее большинство людей осталось кинутыми на деньги. Сейчас небольшая пауза, чтобы вы смогли поставить лайк этому ролику, подписаться на канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить новых видео. Также подписывайтесь на мой телеграм-канал. Тут я обучаю больше реальным инвестициям. Это инвестиции в акции и некоторые другие легальные инструменты для заработка. В предыдущем моем ролике, который вы видите сейчас вверху экрана, вы можете посмотреть, что мой текущий портфель сейчас составляет 5,5 миллионов рублей. И там я подробнее рассказываю, какие сейчас акции лучше всего купить. Ну, вернемся к нашему РАФ. Я изначально знал, что это пирамида, хоть я туда сам и вложился. Потому что я на хайпе вкладывался и в другие некоторые пирамиды в прошлом году. И на каких-то заработал, на каких-то проиграл, но в общем оставался в плюсе. Сейчас, конечно, убыток от Рафа мне отъел большой кусок от этой прибыли, и она уже там, не знаю, стало куда меньше, чем у меня прибыль от акций на самом деле была, или тем более от просто роста крипты, которая у меня тоже есть в портфеле. Началось все с того, что еще в мае мне написали, что вот вы блогер, не хотите ли сделать обзор на нашу компанию, а мы вам там начислим каких-то там денег на баланс, и что, типа, я с этого там проценты буду выводить и так далее. Но лично я знал, что, во-первых, много пирамид, их сотни постоянно создаются, и какой-то, может быть, вообще полный трэш, который даже вообще не будет людям ни разу выплачивать, может быть, да, а я эту хрень буду рекламировать, да. Во-вторых, когда ты рекламируешь что-то, тебе, скорее всего, будут высказывать какие-то претензии, что ты не должен там говорить вот про вот это, не должен говорить так. А я, когда говорил про хайпы, я всегда говорил, даже если я в них вкладывался, я говорил, что нужно понимать, что это пирамида, что вас по-любому кинут. Это только дело удачи и вашей головы, успеете ли вы вынуть деньги до того, как вас кинут. Потому я не ответил на это предложение рекламы, и в следующий раз вообще о проекте услышал только месяца через два,
когда его стали активно рекламировать. Видимо, все-таки договорились с какими-то другими блогерами, и они уже начали за денежки его нормально раскручивать, и он стал достаточно хайповым. Оказалось, что проект интересен среди хайпов тем, что у создателя пирамиды есть реальные бизнесы. Эти бизнесы работают годами. Они даже в прошлом году отмечали 10 лет проекту BeBoss. Также у них бизнес по покупке или аренде яхт и там уборке дома и так далее. И мало ли, может быть, эти бизнесы на самом деле и убыточные, или там малоприбыльные. Скорее всего, потому-то он и создал эту пирамиду. Чаще всего пирамиды возглавляют либо вообще неизвестные люди, либо люди, которые уже зашкварились на других пирамидах. Тот же самый Доронин был уже в нескольких других пирамидах до этого, как и многие другие. А тут возглавляет реальный бизнесмен, который там имеет хорошую репутацию, долго работает, не засветился ни в одной пирамиде до этого вроде бы. Но, глядя на проценты, мне было ясно, что это все равно пирамида. Какая бы у него ни была хорошая репутация, сколько бы у него бизнесов не было, такую прибыль ни из какого бизнеса вы не можете выплачивать людям и так быстро. Вы, если вкладываете и инвестируете в бизнес, то он, если даже начнет приносить прибыль, то через какое-то время, и вообще не факт, что начнет, есть полно убыточных бизнесов у нас. А тут вам сразу начинают гигантскую прибыль платить. Я в своем ролике сразу сказал, что выглядит, конечно, все круто, там бизнесы, но процент показывает, что это пирамида, и она по-любому накроется. Но вопрос, когда она накроется. И лично я подумал, что, скорее всего, ему не будет смысла делать какой-то проект на несколько месяцев. Если ты решил все-таки испортить свою репутацию, то ты, наверное, попытаешься как можно больше и дольше вытягивать деньги из этого. Потому я оформил просто план на полгода и вложил туда деньги. Думал, через полгода, дай бог, доживет, что я там уже окуплю свои вложения и еще достану свой депозит. Но в пирамиде сразу начались проблемы. Сначала это были лимиты, что нам не нужно слишком много денег. Мы ограничиваем, я думал, что может быть из-за этих лимитов он как раз дольше продержится и так далее. Но это как здесь не сработало, так и в другой предыдущей пирамиде не сработало, где тоже люди полагались на эти лимиты. Также в фирме был какой-то туповатый маркетинг, какой-то сложный, неудобный. Они говорили, что они там долго анализировали все там маркетинги разных компаний MLM и пришли к выводу, что вот этот самый эффективный, он самый прорывной будет. Я такой думаю, ну ладно, ну если ты какую-то вот какашку создал, ты считаешь, что она будет прорывная? Ладно, может быть, ты действительно в этом понимаешь, и вы там что-то куда-то прорветесь. Но выяснилось, что, видимо, нифига не получилось, что, скорее всего, из-за этого маркетинга даже меньше они там привлекли, чем хотели. Евгений Иванов тут врет просто в своем признании на каждом шагу. Сначала он говорил, не думал, что там ему столько денег нужно будет выплачивать, да, что столько привлечется и так далее. Ну, ты дурачок, что ли? Ты не знаешь, не видел другие MLM-компании, там пирамиды, ты пообещал гигантскую прибыль, ты столько лет в бизнесе, ты что, не знаешь, какие прибыли бывают? Нет, конечно, все ты знаешь. Ты просто комедию ломаешь, там слезу какую-то пускаешь и все. Также он говорил изначально, что ему тут в проекте не нужны те, кто привык ходить просто по хайпам, чтобы типа закинул деньги, получил прибыль и вывел. Ну здрасте, вы мне прямо написали предложение прорекламировать вас, потому что вы увидели, что я блогер, который делает обзоры хайпов. Они изначально были нацелены на людей, которые ходят по хайпам. И тут такие, ну вы нам не нужны, вы там стервятники и так далее. Тоже полная чушь. Когда в ноябре появилась новость, что теперь выводы будут ограничены сильно каждый месяц, то стало понятно, что все, наступает конец. Во всех пирамидах, когда такие жесткие ограничения, они долго не живут, люди перестают туда заходить, и пирамида вообще загибается. Они же говорили, что это всего лишь на несколько месяцев, там, не знаю, месяца три. Но я понимал, что уже лучше точно не будет. И некоторые люди в чатах писали,
Когда уже они восстановят нормальный вывод? Я говорю, дурак, ты молись, чтобы они как можно дольше хотя бы столько платили. Нормального вывода не будет. Не восстанавливают пирамиды вывод на нормальный уровень. Если у них стало плохо, то либо останется так, либо станет еще хуже. После этого пару месяцев еще нам дали повыводить деньги, и вот все, наконец-то все накрылось. Также в своей речи Иванов объявил, что покидает страну, чтобы у него была возможность выплачивать всем вкладчикам, потому что он за все свои годы ведения бизнеса никогда никого не обманул, и он всем будет выплачивать. Но опять-таки он сказал, что будет график платежей на следующий день, но графика платежей не появилась ни у кого. Да и вообще, как можно верить какому-то графику платежей? Он напишет, что там первые деньги вы там через полгода или через год получите, даже если появится этот график. Ему верить нельзя, он врал на каждом шагу и сейчас продолжает врать. Многие пирамиды уже обещали со временем все вернуть. Тот же Antares Trade говорил, что вот в месяц по 2% мы вам будем выплачивать, что-то там 1-2 месяца еще выплачивали, потом вообще перестали кому-либо что-либо платить. Понятно, что человек просто уже сбежал в другую страну от преследования где-нибудь в Турции, кто-то говорит вообще, что он там в прибалтийских странах, неизвестно, но понятно, что он будет где-то скрываться от людей и от правоохранительных органов. Пока что, судя по статьям в СМИ, еще нету никаких заявлений на него. Ну, прошло всего 2 дня, люди еще думают, что делать, кто-то в шоке, кто там потерял большую сумму. Лично я потерял не такую значительную для меня сумму, чуть больше половины я смог вернуть из этой компании, но уже с ноября, когда они начали выплачивать ограниченно, я понял, что эти деньги, можно сказать, потеряны, уже перестал с ними считаться. И если вот еще какое-то время будут хотя бы вот по $200 мне с лишним там выплачивали в месяц, да, если хотя бы по столько будут платить, то это уже плюс, да. Потому когда он объявил о закрытии, для меня там никакого шока не было. Да и в принципе там на $2100... это для меня не шоковая сумма, как я говорил, у меня там в акциях в портфель 70 с лишним тысяч долларов. Но однако я все-таки подумываю о том, чтобы написать на него заявление. Да, я знал, что это пирамида, да, я сам виноват тоже, что понес туда деньги. Я понимал, что могу их потерять и потерял, ничего страшного. Но это не меняет того факта, что он мошенник, что он своровал наши деньги. И если даже я знал, на что иду, это не значит, что он не должен сидеть. А хоть он уже и убежал за границу, но у него до сих пор есть работающие бизнесы в России. Возможно, они даже уже тоже не работают, возможно, он уже их закрыл, или они у него вообще перестали приносить прибыль и так далее. Но пусть с этим разбираются органы. Возможно, все-таки найдется что-то, что у него можно конфисковать и выплатить хотя бы часть денег людям, которые потеряли на нем. И раньше все думали, что он там хороший бизнесмен и так далее, то пусть теперь все знают, что он мошенник, что у него все пусть отнимут, чтобы у него не было пути домой, иначе его тут посадят, и вообще ему будет намного сложнее там какие-то другие вещи развивать в будущем, особенно легальные. Конечно, скорее всего, он себе там наворовал сколько-то миллиончиков долларов, отложил на кошелечек и может там сколько-то лет жить вообще без проблем. Но не будем облегчать ему жизнь. Пишите заявления, их можно написать онлайн, заходите на сайт МВД, прокуратуры, пишите туда, я такой-то, такой-то, вложил деньги туда-то, меня кинули на такую-то сумму и так далее. И там уже с вами свяжутся, там пригласят в отделение, напишите уже более подробно там и так далее. Не должно ему это сходить с рук. Вам он точно уже ничего не вернет. Все пирамидчики практически говорят, что не пишите заявление, я вам буду деньги возвращать, а вот если вы напишите заявление, то деньги точно не получите. Это все чушь, никому они ничего не возвращают. Так что пишите, не ждите. Всем пока!